У нас был тренинг по минной безопасности. Сейчас очень большая проблема, что люди находят мины и взрывоопасные материалы, и очень неаккуратно с ними обращаются, и очень часто происходят несчастные случаи. Нам дали две программы для младшей школы, для средней и старшей школы. И уже в этом учебном году, с сентября, по мере возможности, начал проводить это с детьми. Я видела, как по-настоящему, ну, вот, вблизи ноги были оторваны. Там дедушка был. После взрыва его отвозили в больницу. Ты даже не представляешь, когда ты наткнешься на мину, и тебя может разорвать. Как бы, ну, всякое может случиться. У меня братик 4 года. Я ему скажу, что это очень опасно. Он как бы уже понимает, что такое опасно и что нельзя лазить. Он очень сочувствует людям, которые коснулась смерть. Он понимает уже, что это такое и как это. Мы вот прошли такой тренинг, и мы можем вот по картинкам рассказать, как выглядят эти мины, какие меры предосторожности, чтобы вот не попасть в такую ситуацию. Мы говорим о знаках, которые предостерегают нас. Это могут быть просто написано «Обережно мины» или просто нарисованный крестик. Табличка красного цвета, обычно в форме кирпичика или треугольничек. У нас мальчики, они хорошо об этом осведомлены. Не обязательно в подробностях, важен вид, и что это очень опасно, и что мы не знаем, когда она взорвется.